Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова на канале OMZAP, и с вами я, Роман. Сегодня хотим вам показать одну, на наш взгляд, интересную вещь. В работе у нас сегодня двигатель с автомобиля Kia Apirus 2008 года с пробегом в 345 тысяч километров. И, насколько нам известно, с двигателем здесь никаких ремонтов не производилось. Двигатель это G6DA. И, естественно, с коленвалом и с вкладышами, как и с сальниками, ничего не производилось, ремонтов не делалось. То есть пробег на этом коленчатом валу и на этих сальниках 300 тысяч километров. А что же вызвало наш интерес? А вот такая выработка небольшая, вот эта блестящая полосочка, она практически на каждом коленчатом валу присутствует, ну или на любом месте, где работает сальник. Но нас уж больно смутило, уж ровная эта риска, то есть такое ощущение, будто здесь прошлись резцом. Нам сначала показалось, что это какая-то конструктивная особенность, потому что уж больно ровные кромки у этой канавки. Такое впечатление, что это не следы износа, а так задумано конструкторами было. Но присмотревшись повнимательнее и увеличив размер изображения, мы действительно обнаружили, что это есть следы износа. И вот обратите внимание, как ровно сальник пропилил поверхность коленчатого вала. Причем хочу обратить ваше внимание, вот эта поверхность, по которой работает сальник, она специально подвергается термической обработке для того, чтобы избежать повышенного износа. Но тем не менее, все-таки возраст берет свое, и как бы хорошо не было сделано запчасть и деталь, все равно все изнашивается. А что же явилось причиной такого износа? Давайте для этого посмотрим на задний сальник коленчатого вала и на его рабочую поверхность. А поскольку этому сальнику уже очень много лет и пробег под 350 тысяч километров, можете видеть здесь, как рабочая кромка имеет следы вот такого выкрашивания. И это свидетельствует о том, что сюда попадают твердые частицы, либо от масла, которое угорает за такой большой промежуток времени, да и резина немножко дубеет. Ну и всякие песчинки мелкие и металлические маленькие частички, которые проходят через поры масляного фильтра, и они застревают в рабочей поверхности этого сальника и как наждак дерут коленчатый вал, в результате чего и образуется вот такая глубокая канавка. А что вы думаете по этому поводу? Напишите, пожалуйста, в комментариях, нам будет интересно узнать ваше мнение. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч в эфире. С вами был я, Роман. Пока.